все хорошо. Похоже на солнечный ожог, только странной формы. Болит? Вообще ничего не чувствую, не переживай. Поверить не могу, что ты там Кейт оставил. Может, расскажешь, что случилось? Она, наверное, даже не заметила, что меня нет. Ты врешь. Забудь. Не надо мне врать. Ладно, мы поссорились. Все равно она собиралась ночью работать. Стивен, скажи мне, что-то случилось? Из-за этого у тебя лицо обожжено? Ничего. То есть что-то, чего я не понимаю. Расстроился, потом мы поругались. Она решила остаться и собрать побольше данных. Она тоже обожглась? С ней все хорошо? Господи, Лиззи, ты со мной спишь или с ней? Все с ней хорошо, и со мной тоже. Я не хочу говорить о ней. Я к тебе пришел. Я просто переживаю. Не переживай. Пошли в кровать. Звонили Кейт Коллинс и Стивену Эпплтону. Стивен, это я. Я уезжаю. Ждала, сколько могла. Если ты меня вдруг ищешь, я пойду к станции. Я пойду в любом случае, даже если тебя там нет. Но я тебя люблю. Пожалуйста, приходи. Я люблю тебя. Вы слушаете обращение комитета по чрезвычайным ситуациям при Совете округа Хейвен. Чтобы остановить распространение эпидемии гриппа, были перекрыты дороги и железнодорожные пути. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома. Учителя, вожатые и священные служители будут представлять ваши интересы. Сразу сообщайте о замеченных симптомах.